Выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение 3 дней – 15, 16 и 17 марта. В Славянском районе для жителей подготовлено 68 избирательных участков. Свою работу они начали ровно в 8 часов утра. Избирательный участок 4219. Зарегистрировано 2379 избирателей. Большое количество избирателей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» и будут голосовать на нашем участке. Просим принять активное участие в выборах. На участке 4219, расположенном в здании Дома молодежи, первых избирателей решили встретить по-кубански хлебосольно. Всех проголосовавших угощали пирогами. Возьмите, пожалуйста, кусочек пирога. Здесь такого праздника. Мы вам даже контейнер с собой дадим. Стоит отметить, что с самого начала выборов славянцы активно шли на свои избирательные участки. Жителям нашей страны предстоит принять важное решение. Своими голосами они выберут президента России, который будет определять ее будущее в ближайшие 6 лет. Выбор очень ответственный, поэтому важен голос каждого. Очень важно, чтобы каждый гражданин пришел, проголосовал, отдал свой голос за кандидата. Выбор президента важен. Поэтому приходите все на выборы. Ну а как же это? Гражданский мой долг. Я как пенсионерка прям обязана прийти сюда. Ну и, естественно, за лучшую жизнь. Надеемся на все это. За ходом голосования следят наблюдатели. Также в течение всех 3 дней будет вестись круглосуточная видеосъемка избирательного участка. Это необходимо, чтобы голосование проходило без нарушений, честно и открыто. Кроме того, каждый избиратель, сделав выбор, может подтвердить свое личное участие с помощью проекта «ГеоСМС». Нужно отсканировать QR-код, размещенный на входе в участок, и подтвердить участие в голосовании. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера.